Третья патетическая. Так называлась заключительная часть трилогии Николая Погодина о Ленине. В названии пьесы, видимо, закодировано название любимого музыкального произведения вождя мирового пролетариата. Третья часть сонаты Бетховена номер 8, написанной за 100 лет с хвостиком до событий, описываемых в фильме. К слову, у Ленина не было плеера или винила Бетховена, но в его любви к Бетховену убеждали люди, которые Ленина знали лично. Николай Погодин, настоящая его фамилия Стукалов, советский писатель редкой удачи. Он получил еще при жизни 2 сталинские и 1 ленинскую премию, кавалер 2 орденов Ленина, а сама пьеса вовсе не про Ленина, а про чекиста, который расколол своего коллегу-взяточника. Но все это происходит как бы под крышей Ленина, на фоне его мечтаний об электрификации Советского Союза.